Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Бас, вы на моем канале о рукоделии. И сегодня я хочу вам представить мастер-класс по вязанию вот такого замечательного, чудесного узора. Этот узор достаточно легок и прост в исполнении. Вязать мы будем крючком. Я же хочу показать узор. Вот такой легкий, но достаточно интересный узор для весеннего жакета. Вот видите, поближе здесь шишечки. Он слегка ажурный. Вот так вот смотрится на просвет. Вот такой интересный, несложный узор. Дорогие друзья, и сейчас я вам покажу, как выполняется этот узор. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для работы нам понадобится крючок. В данном случае у меня крючок номер 3,5. Узор несложный. Для начала все, как мы знаем, нужно набрать цепочку из воздушных петель. И далее выполняется ряд столбик с накидом. Далее я выполняла столбики с накидом и арочка. Но это я покажу дальше. Сейчас мы вяжем шишечки. Раз, два, три. Выполняем 3 петли подъема. В вершину столбика предыдущего ряда мы вводим крючок и выполняем столбик с одним накидом. И далее на арочке предыдущего ряда мы выполняем шишечку из 4 петель, протягиваем и закрепляем. Внутри петли захватываем рабочую нить, протягиваем и закрепляем. Вот таким образом. И далее между столбиками предыдущего ряда мы снова выполняем 2 столбика с одним накидом. Раз и 2. И так мы вяжем до конца ряда. Завершаем работу над этим рядом. Выполняем 2 столбика с накидом. Завершили работу над этим рядом. Дальше мы разворачиваем нашу работу. Выполняем 1, 2, 3. 3 петли подъема. Далее делаем накид, вводим крючок в вершину пышного столбика предыдущего ряда, выполняем столбик с накидом, выполняем 1, 2, 3 воздушные петли. Мы выполнили 3 воздушные петли, снова делаем накид, вводим крючок в пышный столбик предыдущего ряда и снова выполняем столбик с накидом. Вот что у нас получается на данном этапе. Продолжали мы снова. Делаем накид, вводим крючок в вершину пышного столбика предыдущего ряда, выполняем столбик с одним накидом и выполняем арочку из 3 воздушных петель. И снова выполняем столбик с одним накидом. Завершаем работу над этим рядом. Мы выполняем столбик с одним накидом. Вот так выглядит этот ряд. И так вяжем, чередуя ряды. Как видите, узор достаточно прост и легок в исполнении. Вот так выглядит это полотно. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание к моему каналу. Подписывайтесь. С вами была Елена Бас. Всего доброго, до новых встреч!